4 года для вас, я думаю, что это не сегодня не факт, что так и будет, именно эти вакансии останутся и сохранится эта зарплата. Все течет, все меняется. Поэтому давайте сегодня по факту. Пожалуйста. Хорошо, Александр Игнатьевич, спасибо. Я просто хотел сказать, что заработную плату в районах от 45 тысяч и выше уже предлагают наши сельскохозяйственные организации Нижегородской области. Но для того, чтобы более с практической точки зрения подготовиться, традиционно в нашей академии формируются студенческие специализированные отряды практически по всем направлениям, на каждом факультете более 30 формируется студенческих специализированных отрядов, которые выезжают в базовые предприятия нашего вуза и в рамках производственной практики проходят свою практическую подготовку. И не случайно наш вуз становится и становился победителем как лучшее учебное заведение, организующие работу студенческих отрядов. Наши командиры, наши студенческие отряды также становились победителями на всероссийском уровне. Кроме того, минимум 2 раза в год наш вуз проводит ярмарки вакансий, где проводятся встречи с руководителями предприятий сельскохозяйственных, я имею в виду Нижегородской области, перерабатывающей промышленности, обслуживающих предприятий. И ближайшая ярмарка вакансий для действующих студентов у нас вот состоится 12 апреля, буквально через 2 недели. Александр Игнатьевич, я, наверное, все. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы еще есть какие по ходу подготовки к вступительной кампании? Какие-то еще по факультетам вопросы? Кто не успел задать? Потому что действительно очень ответственный момент для родителей, для вас. Это мы очень все понимаем. Нужно раз и навсегда избрать свой жизненный путь. Главная профессия, главная специальность, главное то, чего ты посвятишь всю свою жизнь. Потому что это очень важно сегодня. Пожалуйста, если кто-то созрел еще для вопросов, мы готовы, мы открыты. Если нет декана, то здесь тоже присутствует. Просто у нас по программе сейчас, да? Давай, объявляй дальше программу. По программе, Александр Геннадьевич, дальше у нас 15-минутный концерт художественной самодеятельности, подготовленный нашими студентами, победителями всероссийских фестивалей студенческого творчества. В 2016 году это Российская студенческая весна, город Казань, Всероссийская студенческая весна среди вузов Минсельхоза, город Белгород, ну и традиционно победители областного конкурса «Студенческая весна 2015 и 2016». После этого мы с вами можем продолжить дискуссию непосредственно с деканами. Деканы сами, я думаю, определят аудитории, место проведения, да, таких организационных встреч. Ну и, конечно же, заявленные очные туры предметных олимпиад по биологии, по физике и по обществознанию у нас состоятся, может быть, не ровно в 13:00, но где-то в 13:10, 13:15 можно будет уже начать эти олимпиады. Ну и не забываем, да, что мы вас ждем и приглашаем 22 апреля к 10:00, где пройдет еще один день открытых дверей Нижегородской государственной. По факультетам там уже будут. Ребята, просьба не уходить. Наши студенты готовились, да, буквально 10-15 минут. Посмотрите, как развито в нашем вузе студенческое творчество. Понимаю, что все устали уже, да? 2 часа длится мероприятие. Вот ко мне подошли родители и спрашивают по награждению предметных олимпиад. Я думаю, что если вы внимательно смотрели программу, да, у нас сегодня награждение не планировалось. Мы его запланировали именно 22 апреля. Сделать это очень торжественно. У нас более 250 человек приняло участие. Поэтому мы надеемся, что все победители и просто участники приедут 22 к нам, где в более такой торжественной обстановке, да, мы проведем награждение и вручение подарков от нашего вуза. Программа будет выставлена буквально понедельник, вторник на сайте. И будет прописано все время. Начало, награждение и так далее. Спасибо. Это Бородиновы. Да, очень приятно. Она не
Так, ну и встречаем. Встречайте! На нашей сцене сборная студенческого клуба Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Выходил агроном. Танец! Выходил на поля молодой агроном, говорил, что земля вся в наряде цветном. Хороша земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Отходил на поля молодой агроном, говорил, что земля вся в наряде цветном. Хороша земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Поздно на рассвете вставал, чтобы больше зерна каждый голос давал. Хороша земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Ветер курит, трепал золотистый венок, агроном напевал у колхозных дорог. Хороша земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Молодой агроном не уходит с полей, он приходит сюда, как невесте своей. Хороша земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Хороша земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Хороша земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Для вас поет Максим Леонов. «Моя Россия». Встречайте! Небо тронет, распахнула Волга берега. Льется солнце на твои просторы. С добрым утром, Родина моя! На земле мне нет роднее края.
и куда б ни бросила судьба, ни на что тебя не променяю. В моем сердце только ты одна. Россия, твое имя шепчут волны. Россия, вечно юная заря. Россия, колокольчик беззвонный. Всей душой люблю тебя я, Россия. Над тобой пусть светит солнце, Россия, за тебя всегда молюсь. Россия, в моем сердце отзовется. Бог храни святую Русь. Здесь мои родные, папа, мама, и любовь, и верные друзья, и заветные мечты о главном, без которых мне прожить нельзя. Зачерпну воды сырой в ладони, будто к детству снова прикоснусь. И тепло молитва сердце тронет. Бог храни тебя, святая Русь. Россия, твое имя шепчут волны. Россия, вечно юная заря. Россия, колокольчик перезвонный. Всей душой люблю тебя я, Россия.